Итак, завтра в Астане стартует 10-й саммит Организации тюркских государств, который пройдет под девизом «Тюркская эра». Ожидается, что на саммите будут подписаны Астанинский акт и Астанинская декларация, а также принят ряд важных решений в сфере экономики, торговли, транспорта, таможни, финансов, а также образования, туризма, культуры и в ряде других сфер. Одним из наблюдателей на предстоящем саммите станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уже встретился сегодня с президентом и обсудил партнерские связи наших стран. Как заявил сегодня Токаев, венгерские бизнесмены планируют инвестировать 150 миллионов долларов в строительство солнечных электростанций в ряде регионов нашей страны. Еще почти 200 миллионов долларов венгерская компания вложит в месторождение газоконденсата «Рожковская». Его потенциальный объем добычи – до 1 миллиарда кубометров газа в год. Динамичное развитие связи также наблюдается и в сфере образования. Последние 10 лет при поддержке правительства Венгрии для казахстанских студентов выделяются образовательные гранты. Многие наши молодые люди сегодня получают образование в ведущих вузах Венгрии. Только что был подписан меморандум о продолжении этой программы, который будет способствовать дальнейшему углублению наших образовательных связей. Кроме того, сегодня в честь 200-летия выдающегося сына венгерского народа Шандора Петефи, одна из новых улиц столицы будет названа именем знаменитого поэта. Товарооборот между Венгрией и Казахстаном в прошлом году вырос на 25% и составил 130 миллионов долларов. Наша страна может обеспечить поставку 95 различных видов товаров в Венгрию и довести объемы взаимной торговли до миллиарда долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства. Всегда приятно возвращаться домой. Венгры с большим удовольствием приезжают в Казахстан, потому что нас связывают тысячелетние общие корни. Отношения Венгрии и Казахстана хороши как никогда, но потенциал, особенно в экономике, по-прежнему велик. У нас есть хорошие перспективы.